Приветствуем вас, наши милые зрительницы, на нашем YouTube-канале. Интернет-магазин «Серебряная птица» уже рад вам представить новый видеообзор, в котором вы увидите не только новинки серебряных украшений от ювелирного завода «Красная Тресня», но и уже полюбившиеся вам изделия. Любуйтесь, восхищайтесь и, конечно же, заказывайте интересные украшения на нашем сайте serebrnayaptitsa.rf. Не забывайте, что мы ваш надежный спонсор ювелирного вдохновения. Представляем вам серьги и кольцо из серебра 925 пробы. Покрытие изделий оксидирование, вставка фианит. Открывает наш видеообзор вот такие роскошные и праздничные изделия. И кольцо и серьги прекрасно подойдут в качестве главного аксессуара для праздничного вечера или торжества. Большие фианиты в форме капельки невероятно переливаются и будут подчеркивать сияние глаз своей обладательницы. Не ждите особенного момента, чтобы порадовать себя. Закажите этот роскошный комплект прямо сейчас. Размеры вставки на украшениях 16 на 12 мм. Серьги с английским замочком, их паспортный вес 12,3 грамма, высота 43 мм, ширина 19 мм. Рабочая зона крючка застежки 5 мм. Паспортный вес кольца 5,7 грамма. Серьги и кольцо из серебра 925 пробы. Покрытие изделий оксидирование и алмазная грань. Для любительниц ажурных и сверкающих узоров у нас есть вот такая невероятная новинка. Серьги и кольцо изысканного дизайна с алмазной гранью и в таком фантазийном исполнении. Мы уверены, перед ними невозможно устоять. Скорее переходите по ссылкам в описании к этому видео, чтобы заполучить такие украшения в свою коллекцию. Высота серег 58 мм, ширина 27 мм. Рабочая зона крючка застежки 6 мм, паспортный вес 10,3 грамма. Ширина кольца в самом широком месте 35 мм, паспортный вес 4,5 грамма. Серьги и кольцо из серебра 925 пробы, покрытие золочение и алмазная грань. Аналогичный комплект украшений, как и в предыдущем видео, но в покрытии золочения сейчас на ваших экранах. В этом покрытии алмазная грань смотрится также просто невероятно, и визуально изделия приобретают еще больший объем и большую выразительность. Ждем вас за покупками на сайте serebrnayaptitsa.rf и по ссылкам в описании к этому видеоролику. Высота серег 58 мм, ширина 27 мм. Рабочая зона крючка застежки 6 мм. Паспортный вес 10,3 грамма. Ширина кольца в самом широком месте 35 мм, его паспортный вес 4,5 грамма.
Броши из серебра 925 пробы. Украшение без вставок. Покрытие на ваш выбор, золочение либо оксидирование. Пожалуй, эта брошь прекрасно подойдет для самых преданных поклонниц и поклонников нашего интернет-магазина, ведь это настоящая серебряная птица. Еще и в двух вариантах покрытия. Заказывайте ту, что вам больше по душе, и с гордостью носите на пиджаке или платье, шарфе или палантине. Она прекрасно впишется в любой ваш образ и, несомненно, принесет удачу. Длина броши 44 мм, высота 38 мм, паспортный вес 7 грамм. Серьги из серебра 925 пробы. Вставка на украшениях фианит. Серьги представлены в покрытиях родирования и золочения с элементами выборочного родирования. Серьги не из новинок, но вы только посмотрите, какие они эффектные. И по многочисленным просьбам наших покупательниц мы показываем их в видеообзоре. Только представьте, как они шикарно будут смотреться на мочке уха своей обладательницы. Они отлично подойдут и к деловому стилю, и к торжественному. Забирайте их скорее в свою коллекцию украшений и собирайте восхищенные взгляды и комплименты. Высота серег 21 мм, ширина 8 мм. Рабочая зона крючка застежки 5 мм, паспортный вес 5,8 грамм. Серьги и кольцо из серебра 925 пробы. Покрытие оксидирование, украшение без вставок. Еще один комплект украшений в оксидировании, на этот раз с зернением. Отличительный дизайн от мастеров-ювелиров завода «Красная Пресня». Прекрасно впишется как в повседневный, так и в праздничный гардероб. Изысканные завитки на серьгах и кольце перекликаются друг с другом, однако украшения не идентичны. Это добавляет дополнительную изюминку в общий образ. Торопитесь заказать эти украшения на сайте нашего интернет-магазина serebrnaya-ptitsa.rf. А если возникнут какие-либо вопросы, то по телефону, указанному на сайте, наши менеджеры обязательно помогут и проконсультируют вас. Высота серег 35 мм, ширина 24 мм. Рабочая зона крючка застежки 6 мм. Паспортный вес 7,3 грамма. Ширина кольца в самом широком месте 24 мм. Паспортный вес 3,8 грамма. Серьги и кольцо из серебра 925 пробы. Покрытие золочения с элементами выборочного родирования, вставка фианит. Классический комплект украшений на ваших экранах. Только посмотрите, внешне украшения абсолютно неотличимы от золотых. Изделия выглядят дорого и респектабельно. И в то же время в них нет перегруженности. Напротив, элемент с выборочным родированием придает им легкий объем и свежесть. Благодаря этому их легко можно носить как каждый день, так и по особому случаю. А вот для того, чтобы перейти по ссылкам в описании к этому видео, ждать повода совсем не нужно. Ведь доступны эти шикарные украшения к заказу уже сейчас. Высота серег 18 мм, ширина 9 мм, рабочая зона крючка застежки 6 мм, паспортный вес 2,8 грамма. Ширина кольца в самом широком месте 7 мм, ширина шинки кольца 2 мм, паспортный вес 1,7 грамма. Серьги и кольцо из серебра 925 пробы. Покрытие золочения с элементами выборочного родирования, вставка фианиты. Невероятной красоты изделия в нашем обзоре. Посмотрите, какая огранка у фианита, какие переливы цвета от темно-зеленых и золотых до сиреневых и фиолетовых оттенков. Настоящий восторг! С этими украшениями вы, несомненно, станете главной королевой любого праздничного вечера. При этом такая шикарная вставка не утяжеляет общий образ, и изделие смотрится оригинально и стильно. Размеры вставки на украшениях 10 на 8 мм. Высота серег 19 мм, ширина 11 мм. Рабочая зона крючка застежки 6 мм. Паспортный вес 5 грамм. Ширина кольца 10 мм. Паспортный вес кольца 3 грамма.
серьги и кольцо из серебра 925 пробы. Покрытие оксидирование, вставка гематит. Благородная и элегантная новинка с натуральным камнем. Смотрится просто великолепно. Признавайтесь, есть у нас среди подписчиц любительницы гематита? Уверена, что да. А если камень еще и в такой оправе, с филигранными узорами и в чернении, то от него просто невозможно отвести глаз. Оцените по достоинству и вы эту новинку и заказывайте изделия на нашем сайте serebrennaya-ptitsa.rf. Размер вставки на украшениях 6 на 6 мм. Ширина кольца в самом широком месте 16 мм. Паспортный вес 3,7 грамма. Высота серег 20 мм, ширина 12 мм. Рабочая зона крючка застежки 6 мм, паспортный вес 5,5 грамма. Кольцо и серьги из серебра 925 пробы. Покрытие оксидирование, вставка, натуральный пенолит. И еще один комплект с натуральной вставкой, на этот раз это пенолит. Удивительной красоты камень серого цвета с черными вкраплениями. Выглядит просто невероятно. Напоминаем, что натуральные вставки все уникальны, и для того, чтобы вам сориентироваться, и если есть пожелание к количеству и интенсивности вкраплений, нужно в комментариях к заказу написать свои рекомендации к вставкам, а также наши менеджеры могут выслать фотографии перед отправкой, чтобы ваши ожидания оправдались на все 100%. Такой подход и сервис всегда к вашим услугам в интернет-магазине «Серебряная птица». Размеры вставки на таких украшениях 18 на 13 мм, размеры верхней части кольца 12 на 19 мм, паспортный вес 7 грамм. Высота серег 32 мм, ширина 20 мм, паспортный вес 12,7 грамм. Серьги и кольцо из серебра 925 пробы. Покрытие оксидирование и алмазная грань. Изделие без вставок. Очаровательные сверкающие изделия с алмазной гранью – очень подходящий выбор к зимним морозным дням. Эти украшения подойдут к любому вашему наряду, потому что даже не нужно искать особого случая, чтобы их надеть и поднять себе настроение. Переходите по ссылкам в описании к этому видео и заказывайте комплект украшений на нашем сайте serebrennayaptitsa.rf. Высота серег 13 мм, ширина 12 мм. Рабочая зона крючка застежки 6 мм, паспортный вес 3,5 грамма. Ширина кольца в самом широком месте 14 мм, ширина шинки кольца 2 мм, паспортный вес 1,9 грамма. Серьги и кольцо из серебра 925 пробы. Покрытие, золочение и алмазная грань. Очень похожий на предыдущие украшения комплект, но уже в покрытии золочения. Посмотрите, какая красота алмазной грани, какой блеск. Любой образ заиграет совершенно новыми красками, когда окажется дополнен этими серьгами и кольцом. Согласитесь? Высота серег 13 мм, ширина 12 мм, рабочая зона крючка застежки 6 мм, паспортный вес 3,4 грамма. Ширина кольца в самом широком месте 14 мм, ширина шинки кольца 2 мм, паспортный вес 1,9 грамма. Кольцо и серьги из серебра 925 пробы. Покрытие оксидирование, вставка, культивированный жемчуг. Любительницы жемчуга также не остались без новинок в этом показе. Поэтому специально для вас серьги и кольцо с великолепной крупной жемчужиной в нежной и изящной оправе. Просто невероятное сочетание. Напишите нам в комментариях к этому видео, как вам такой комплект. Хотели бы вы его к себе в коллекцию? Можем предположить, что он будет отлично смотреться с вашим любимым вечерним нарядом. А какой образ вы бы не создали, будьте самой яркой вместе с интернет-магазином serebrennayaptitsa.rf. Диаметр вставки на украшениях 10 мм, ширина кольца в самом широком месте 11 мм, паспортный вес 3,4 грамма. Высота серег 16 мм, ширина 11 мм, рабочая зона крючка застежки 6 мм, паспортный вес 5,5 грамма.
Серьги из серебра 925 пробы без вставок. Изделия представлены в покрытиях родирования и золочения. Всегда универсальные, подходящие к любому образу и, конечно же, исполненные в таком трендовом дизайне. Все это вот об этих серьгах, которые сейчас представлены на вашем экране. Какой вариант исполнения нравится вам больше? Расскажите нам в комментариях под этим видео. И также не забудьте перейти по ссылкам в описании и заказать понравившиеся аксессуары. Высота серёг 34 мм, ширина 10 мм, рабочая зона крючка застежки 6 мм, паспортный вес серёг 5,7 грамма. Броши из серебра 925 пробы. Вставка на украшениях культивированный жемчуг и фианит. Броши представлены в покрытии золочения и оксидирования. В завершении нашего большого обзора предлагаем вам полюбоваться вот на такие изящные и оригинальные броши, которые станут отличным дополнением к вашему образу. А также не забывайте, что они отлично подойдут и в качестве подарка близким или себе любимой. Длина броши 56 мм, высота 17 мм, диаметр жемчужины 8 мм. Паспортный вес 3,6 грамма.